Добро пожаловать, уважаемые друзья! Приветствую вас на этом вебинаре «Решения для молодежи, занятости и развития сельских районов» применительно к десятилетию семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций. Вы наверняка знаете, что Кыргызстан – это одна из самых молодых стран мира, самая молодая в Европе и в Центральноазиатском регионе. Средний возраст 26 лет по сравнению с, например, 15 годами в Нигерии или в Монако 53 годами. Однако, если посмотреть на положение Кыргызстана в общем рейтинге, Кыргызстан занимает лишь 83 место, так что Европа и Центральная Азия в сравнении с остальным миром являются относительно более старшими странами. Знали ли вы о том, что уровень безработицы среди молодежи в регионе, в частности, в Северной Македонии, составляет более 45%. С другой стороны, вам наверняка известно, что треть населения в Европе и Центральной Азии проживает в сельских районах. Но как же это относится к нашей сегодняшней теме? Мы же обсуждаем дела молодежи. Я думаю, что относится напрямую. Хочу вновь поприветствовать вас на этом вебинаре, который был организован региональным офисом по Европе и Центральной Азии ФАО в процессе подготовки к грядущей региональной конференции, которая является главным руководящим органом в нашем регионе. Эта конференция пройдет со 2 по 4 ноября 2020 года и пройдет полностью виртуально. Ее будет проводить правительство Узбекистана. Мы представляем вам эту видеозапись в качестве введения в 10-й пункт повестки дня, а именно министерский круглый стол, который состоится 2 ноября в 10:30. Так что мы, я надеюсь, проявите интерес после просмотра этого видео. Напрямую с этим мероприятием связан наш основной рабочий документ, а именно ERC-20/3. Вы можете ознакомиться с этим документом, он размещен на веб-сайте региональной конференции. Меня зовут Раймонд Еле, сегодня я выступаю в качестве модератора и еще раз тепло вас всех приветствую. В докладе о состоянии дел с продовольственной безопасностью сказано, что в 2019 году 760 миллионов человек страдали от острых недостатков питания. Так что перед нами стоит реальная угроза дальнейшего усугубления этой статистики, вызванной кризисом COVID-19. По существующим расчетам мы ожидаем примерно от 180 до 230 миллионов человек добавится к этому числу. Другими словами, что мы как никогда далеки от достижения цели искоренения голода до 30 года. С другой стороны, все мы согласимся, особенно наши уважаемые эксперты, но также и уважаемые министры, что сельское хозяйство, рыбное и лесное хозяйство остаются ключевым элементом экономик нашего региона. И хотя бедность в европейском регионе отступает, тенденция пока замедляется. Так что нам нужны реальные практические решения во всех областях для того, чтобы привлечь к этой работе молодежь, создать новые рабочие места и оживить сельскохозяйственный сектор для производства здорового продовольствия без нанесения ущерба окружающей среде. Текущий кризис продемонстрировал нам, что сельскохозяйственная отрасль, и в частности мелкотоварные семейные и фермерские хозяйства, продемонстрировали необходимый запас прочности. И сегодня мы обсудим эту проблематику с целым рядом уважаемых экспертов-практиков. Хочу поприветствовать и представить вам Наталью Богданов, профессора факультет сельского хозяйства Университета Белграда, автором массы статей и исследований по вопросу сельского хозяйства и развития сельских районов. Процитирую один из ее докладов. «Сельское хозяйство и политика в области развития сельского хозяйства – это ключевая проблема интеграции Западных Балкан в европейский регион». Хочу также с удовольствием представить вам Рамону Думичою, фермера-крестьянина из Румынии, а также члена Европейского координационного совета ВИА Кампесина.
и главного участника переговоров по добровольным руководящим принципам устойчивости продовольственных систем. Это страстный борец за утверждение Декларации Организации Объединенных Наций по правам крестьян и людей, проживающих в сельских районах. Она говорит так: если фермерство исчезнет, кто нас накормит? Кто накормит этот мир? И, по-моему, это очень справедливые слова. Хочу также поприветствовать Элин Хостром Кагиран, генерального секретаря Ассоциации Европейской сельской молодежи. Это неправительственная организация, которая была создана в 1957 году и представляет интересы более чем полумиллиона молодых людей, проживающих в сельских районах. Я думаю, что ключевой для Элин момент заключается в расширенном привлечении молодежи к процессу принятия решений. Это ключ к тому, чтобы молодежь помогала развивать сельские общины и делать это устойчиво. Давайте поприветствуем также Басика Калбаю, животновода из Грузии. Добро пожаловать, Бэсик. Я хотел бы процитировать ваши слова. Вы сказали, что Грузия – это очень перспективная страна для ведения фермерского хозяйства, особенно для мелкотоварных фермеров. Я думаю, что мы об этом более подробно сегодня поговорим. Но, конечно, нам хотелось бы услышать голос сельской молодежи и фермеров, поэтому хотелось бы представить вам Дорис Летину, одного из четырех вице-председателя Европейского совета молодых фермеров. Она говорит так: сельское хозяйство уже страдает от старения населения, а также от беспрецедентного экономического и социального давления. И, наконец, хотелось бы поприветствовать Канет Филет Кайет, старшего научного сотрудника Центрального университета Кыргызстана, автора многих статей по сельской проблематике. Одна из причин сложностей в сельских районах, как сказали вы в одной из статей, подготовленных для FAO, это отсутствие необходимого объема уровня подготовки фермерских работников, особенно в области устойчивого развития. Ну и в ближайшие 45-50 минут, я надеюсь, у нас состоится очень интересное обсуждение. Но прежде чем мы перейдем к диалогу и прениям, давайте немного подробнее рассмотрим вопросы, касающиеся положения дел в сельских районах этого региона. Мартин подготовил нам небольшой вступительный видеоролик. Я рос в Дании в 70-80-х годах. У моих бабушки и дедушки была небольшая семейная ферма. А родители мои уехали из села в город и там нашли работу. И многие семьи пошли по тому же пути. И во многих странах по всему Евросоюзу, в Центральной Азии, семейные фермерские хозяйства остаются хребтом сектора. Практически треть всего населения Европы и Центральной Азии проживает в сельских районах. Особенно это актуально на Западных Балканах, на Кавказе и в большинстве стран Центральной Азии. Недавние страновые исследования в регионе продемонстрировали нам, что мелкоземельные фермерские хозяйства сталкиваются с большими вызовами. Такие семейные фермерские хозяйства имеют ограниченный доступ к финансовым ресурсам, технологии у них устарели, качество факторов производства низкое, низки их навыки. Многие эти проблемы взаимосвязаны и также остро стоят перед сельской молодежью. Да, на протяжении многих лет бедность на селе отступает, но недавно эта тенденция замедлилась. Многие страны региона, страны со средним уровнем дохода, столкнулись с обеднением сельских районов, и особенно это остро ударило по женщинам. В Грузии примерно 17% городского населения в 2016 году жило за чертой бедности, а вот в сельском районе таких людей оказалось уже 26%.
Жители села, особенно женщины, молодежь и другие уязвимые группы, имеют очень ограниченные возможности найти достойную занятость и зачастую живут в очень плохих условиях. Сельские районы предлагают занятости лишь для малообразованных работников, и работа эта нестабильна. Одновременно сельское хозяйство остается основным источником дохода в этих регионах. В Албании более трети всех доходов страны генерируется именно в сельском хозяйстве. Потребности и ограничения, с которыми сталкиваются мелкотоварные и фермерские хозяйства, лишь углубились за последние 6 месяцев в связи с пандемией COVID-19. В целом, именно у них меньше всего ресурсов и потенциала бороться с пандемией. И эта борьба необходима для укрепления их выживаемости. Но нужно понимать, что мы говорим не об однородной категории, поэтому шаблоны не подходят. И нужно думать об этом при формировании политических рекомендаций в отношении их развития. Во-первых, есть такие мелкотоварные фермы, у которых есть необходимый потенциал, знания, а также доступ к ресурсам, кадровым и финансовым для развития промышленных фермерских хозяйств. А это хребет фермерского сектора в большинстве европейских стран. Затем есть вторая категория. Те хозяйства, у которых есть потенциал диверсифицировать свою экономическую деятельность, развивая бизнес, не всегда непосредственно связаны с первичным сельскохозяйственным производством. Ну, например, в таких областях, как переработка, туризм или художественные ремесла. И, наконец, есть такая часть сельского населения, которая не в состоянии обеспечить свое развитие. Это люди старшего поколения, уязвимые группы населения. Именно они стоят под угрозой остаться в стороне. Эти группы требуют мер социальной поддержки. И при этом мы должны также помнить, что многие сельские семьи реализуют различные стратегии получения дохода как на земле, так и вне фермерских хозяйств. С одной стороны, это проблема, но с другой стороны, это может быть частью решения. Но не только мелкие фермерские хозяйства сталкиваются с проблемами. В сложной ситуации оказалась сельская молодежь. В 2017 году безработица на селе в Армении составила 38%, а в Боснии и Герцеговине 34%. К сожалению, молодежи зачастую бывает полезнее уехать из села в город, получить высшее образование. Но это обедняет человеческий капитал на селе. И в таких ситуациях необходимо обеспечить привлекательность сельского хозяйства для молодежи, поскольку именно они должны сыграть роль в возрождении села. И здесь необходимы интегрированные всеохватные меры политики. Молодежь – это будущее семейного фермерского хозяйства, поэтому та молодежь, которая временно покидает сельские районы, не только вызывает сложности, но и создает возможности, поскольку денежные переводы затем инвестируются в сельское хозяйство или развитие других, связанных с селом, видов экономической деятельности. Молодые фермеры ищут новые возможности получения дохода из различных источников, а не только из сельскохозяйственного производства. Инвестиции в сельское хозяйство и развитие сельских районов – это обязательное условие для того, чтобы молодежь вернулась, обеспечив инклюзивный и устойчивый рост. Мы, я думаю, можем рассмотреть возможность перехода от прямой поддержки фермерам в сторону более инвестиционно ориентированной поддержки. Инновации, цифровое преобразование – это важные аспекты поддержки как семейных ферм, так и молодежи. И спектр их достаточно широк. Можно представлять и консультативные услуги, и помогать с инновациями, и с обеспечением доступа на рынок. Информационные потребности фермеров растут, и фермерам приходится принимать все более сложные решения. Молодые фермеры и молодежь, живущая в сельских районах, в целом должна иметь возможность развивать свою карьеру в области технологических преобразований. Какие выводы можно из этого сделать? В предлагаемом документе для обсуждения есть 9 основных тезисов, а именно продвижение структурных преобразований агропродовольственного сектора. Второе. Подготовка национальных планов действий в интересах семейных фермерских хозяйств. Третье. Осуществление интегрированных территориальных подходов к развитию общин.
Четвертое. Обмен информацией, знаниями и навыками, а также более широкое распространение инноваций и цифровых преобразований. Пятое. Расширение инвестиций для поддержки мелкотоварных ферм и молодых предпринимателей. Шестое. Более ответственное инвестирование в государственную инфраструктуру, цифровизацию, смягчение последствий изменения климата, адаптацию, а также системы социальной защиты. Седьмое. Разработка политики для поддержки молодежи, в частности, обеспечение доступа к земле и достойной занятости. Восьмое. Расширение прав и возможностей молодежи, привлечение к процессу принятия решений. И девятое. ФАО должна продолжать обеспечивать поддержкой страны, региона для обеспечения преобразования в сельских районах. Да, решений на скорую руку не существует, но десятилетие Организации Объединенных Наций в интересах семейных фермерских хозяйств 1928 года, а также глобальный план действий в этом отношении закладывает прочные рамки развития мер государственной политики и инвестирования для поддержки семейных фермерских хозяйств и дает нам уникальную возможность расширения этой поддержки. Большое спасибо. Да, в своих словах вы подчеркнули важность цифровизации и инноваций. Особенно, и здесь нельзя не согласиться, вы сказали, что молодежь сыграет ключевую роль в этом направлении. В связи с чем я хотел бы обратиться с вопросом к Дорис. Дорис, вы из Словении, страны уникальной красоты сельскохозяйственных ландшафтов. Считаете ли вы, что молодые фермеры будут главным локомотивом цифровизации сельских районов и сельскохозяйственного сектора? И что нужно сделать, чтобы им помочь? Большое спасибо. Так как уже было сказано, я все-таки позволю себе повториться, молодежь, живущая в сельских районах, и семейные фермы – это будущее устойчивого развития. Мы должны обеспечить молодежь самыми базовыми потребностями, чтобы у них были справедливые и честные возможности преуспеть и развиться профессионально, социально, и состояться как профессионал и человек. Очень важно обеспечить максимальное использование синергетического эффекта. И для этого существует масса механизмов. Во-первых, конечно, нужно пользоваться образованием на протяжении всей жизни, повышением квалификации. Такие программы уже существуют, но очевидно, что их нужно масштабировать, в частности, должно быть коллегиальное образование, мы должны учиться друг у друга, мы должны обмениваться новыми знаниями, разрабатывать платформы, которые позволят молодежи взаимодействовать друг с другом и с другими заинтересованными сторонами. Это первое. Второе. Все начинается с денег и кончается ими, поэтому нам нужны целевые инвестиции. Нам нужны хорошо профондированные инструменты и программы. Это принципиальные условия развития. И это необходимо для развития предпринимательства в сельских районах. И еще один очень важный элемент – это прозрачные партнерские отношения со всеми заинтересованными сторонами по всей производственно-сбытовой цепочке, включая фермеров. Фермеры должны получать справедливую цену за те дары природы, которые они взращивают. Еще один важный вопрос – это доступ молодых фермеров к земельным ресурсам. И здесь есть масса механизмов, которые можно реализовывать. Прошу прощения, что я прерываю вас. Может быть, давайте оставим это до момента, когда мы перейдем к обсуждению различных политических мер. А сейчас давайте сосредоточимся на том, что привлекает молодежь в сельские районы. Мы всегда думаем, что цифровизация – это как раз тот элемент, который делает сельское хозяйство интересным для молодежи. А теперь позвольте мне обратиться к Бесику, молодому фермеру из Грузии. Естественно, вы можете обращаться за поддержкой в фонды, обеспечивающие средствами молодых фермеров Евросоюза. Но считаете ли вы, что цифровизация может помочь
сделать сельский труд более привлекательным, в частности в Грузии. Как вы считаете, как мы можем максимально эффективно поддержать сельское хозяйство? Я знаю, что вы сами молоды, но посоветовали бы вы своей дочери заняться сельским хозяйством в будущем? Пожалуйста, не забывайте включать микрофон. Здравствуйте, меня зовут Бейсик, я из Грузии. Ну, во-первых, конечно, скажу, что Грузия – это очень перспективная с точки зрения сельского хозяйства страна. У нас семейное фермерство очень развито, у нас 8 тысяч лет опыта накоплено в виноделии, сыроварении, а сейчас нам нужно повысить уровень образования, накопить больше знаний, получить поддержку от правительства нашей страны и от международных организаций. Мы должны популяризировать сельское хозяйство для привлечения молодежи, чтобы они становились молодыми фермерами. Это очень важно для нашей страны. Вот что я предложил бы сделать. Да, а рекомендовали бы вы своей дочери заняться сельским хозяйством? Да, конечно, с удовольствием рекомендовал бы. У нее есть все необходимые навыки. И если она примет такое решение, я буду только рад за нее. Замечательно. Эллен, вопрос к вам. Вы являетесь генеральным секретарем Ассоциации сельской молодежи и представляете более 500 000 молодых людей из более чем 20 стран. И я уверена, что вы политически активны в этом отношении. Как вы считаете, что нужно молодым фермерам из вашей целевой группы для того, чтобы они рекомендовали следующему поколению заняться сельским хозяйством? Что нужно сделать, чтобы молодежь не только оставалась, но и возвращалась в села? Хочу сказать, что в 2018 году мы приняли участие в совместном исследовательском проекте по исследованию сельской молодежи в Шотландии. Выяснили, что молодежь выбирает жизнь в сельском районе, поскольку они таким образом остаются поддерживать связь со своими семьями. А 24% из опрошенных ответили, что они выбрали жизнь в сельском районе, потому что им нравится село. На самом деле, я считаю, что очень важно обеспечить молодежь возможностью общения, создание социальных связей. И, конечно, семейное фермерское хозяйство – это важный элемент данной работы. А что им препятствует? Это ограниченный доступ к инфраструктуре. Инфраструктуре совершенно разного толка. Инфраструктуре, например, доступа к интернету. И, например, возможность получить права и получить доступ к жилищным, получению жилищных условий. Люди неохотно переезжают на село и не хотят создавать там семьи, поскольку им недостаточно хорошие условия в этом смысле созданы. Но, вы знаете, странно, почему инфраструктура? Вы знаете, в Европейском Союзе инвестируются миллиарды евро в развитие сельской инфраструктуры. Неужели сельское хозяйство пока еще не является привлекательным направлением работы для молодежи? Пока нет. Особенно с точки зрения социального взаимодействия. Вы знаете, сельский район – это община, поэтому здесь важно быть элементом этой общины, и организации, представляющие сельскую молодежь, они должны открывать свои объятия, свои двери всем, кто заинтересован в этом стиле, стиле жизни. Но главным препятствием переезда в сельский район является отсутствие социальных связей. Очень трудно переехать в район, где ты никого не знаешь, особенно если это село. И это препятствует молодежи определенного возраста
именно того возраста, когда люди формируют эти социальные связи, которые затем на протяжении всей жизни обеспечивают их поддержкой. Вот что я имею в виду, когда говорю об инфраструктуре. Большое спасибо. Тогда, Наталья, обращу вопрос к вам. Вы на протяжении многих лет анализируете меры политики в различных странах и в отношении мелкотоварных фермерских хозяйств. Не знаю, Наталья, насколько молодежь попадала в сферу вашего внимания, но в целом вы проводили исследования для ФАО, и в этом исследовании упоминали о различных стимулирующих инструментах. Вот я хотел бы задать вам вопрос. Есть ли у нас какая-то панацея в области мер политики для того, чтобы молодежь вернулась в село? Большое спасибо, Раймонд. Мортон уже рассказывал о нашем проекте по мелкотоварным фермерским семейным хозяйствам в регионе Центральной Азии. Мы таким образом пытались углубить понимание роли и значимости мелкотоварных и семейных фермерских хозяйств. Мы действительно смогли более глубоко проанализировать их стратегии выживания и повышения уровня их доходов. И в результате выявили целый ряд рекомендаций, которые можно разделить на три основных категории. Так что никакой панацеи, которую вы ищете, не существует. Но в целом есть рекомендации, поддержки, например, диверсификации промышленного фермерского хозяйства. И если вы спрашиваете о тех рекомендациях, которые я бы предпочла и рекомендовала, я бы, конечно, стремилась облегчить структурное преобразование мелкотоварных ферм, повышение их продуктивности, что напрямую связано с диверсификацией возможного производства. И это логично развивает то, что говорили Дорис и Эллен в своих выступлениях. Так что, с моей точки зрения, главные рекомендации, главные меры из перечня, может быть, сотни, которые мы подготовили, это облегчить выход на рынок сбыта, а также развитие различных сетей, в частности, производственно-сбытовых цепочек, которые будут увязывать жителей села с другими связанными представителями агропрома, фермерскими ассоциациями, службами, предоставляющими социальную поддержку, консультации, поддержку местных общин. Я глубоко убеждена, что таким образом мы создадим благоприятную среду. И в данном случае есть потенциал создания новых рабочих мест для молодежи, проживающей на селе, не только в области фермерства, ну и во многих других. И здесь можно было бы предложить такие очень простые непосредственные меры, например, раздача ваучеров на представление тех или иных услуг. И это позволит молодежи почувствовать себя лучше, более комфортно и иметь более четкое представление о своем будущем, не ограничиваясь исключительно фермерской деятельностью. Считаете ли вы, Наталья, что существует большой разрыв между политическим курсом на национальном и на местном уровне? Вот то, что вы сейчас сказали, это, конечно, все замечательно, мы все это взяли на карандаш, но как донести эти политические меры до непосредственно сельских районов и общин? Как закрыть этот пробел? Да, при исследовании ситуации в отдельных странах мы выяснили, что существует отсутствие синергии в процессе осуществления политики. Различные министерства, органы государственной власти имеют очень мало отношения к тому, что происходит на полях. И отсутствует эта последовательность политики, целей, механизмов финансирования и отслеживания результатов государственной политики не только на общенациональном, но и на местном уровне. Такое ощущение, что они практически не общаются друг с другом. Конечно, каждый стремится сделать все возможное для формирования наиболее адекватной политической среды,
помощи целевым, уязвимым группам сельского населения, конкретным отраслям, но синергии вот этой последовательности политических решений, осуществляемых на национальном и субнациональном уровне, практически не существует. В этом случае хотел бы обратиться к Рамоне, поскольку она является активным членом сети Via Campesina, организации, объединяющей крестьян Румынии. Когда мы обсуждаем расширение прав и возможностей, я понимаю, что именно об этом говорит Наталья. Как эта проблематика воспринимается самими крестьянами? Почему я вас об этом спрашиваю? Дело в том, что я знаю, что вы активно выступаете за утверждение Декларации Организации Объединенных Наций о правах крестьян и других жителей сельских районов. Давайте, может быть, подробнее проговорим о перспективах этой декларации и о том, куда нас может вывести. Большое спасибо, Раймонд. Спасибо большое всем ораторам, выступавшим до меня. Да, действительно, это очень интересная, богатая дискуссия. Я рада принимать в ней участие. Есть два совершенно разных вопроса. Первый. Как сами фермеры могут повлиять на государственную политику в области сельского хозяйства? И как они на самом деле это делают? Раймон, остановлю вас. Давайте сосредоточимся на том, каким образом это можно сделать в рамках, например, Декларации Организации Объединенных Наций. Мелкомасштабные семейные фермерские хозяйства предлагают очень интересные аргументы и решения. У нас есть практический опыт. Мы являемся важным, неотъемлемым элементом общества, который кормит это общество. И мы на своей шкуре ощущаем, какие государственные политические меры работают, а какие нет. У нас есть свое видение будущего, у нас есть свои предложения того, как улучшить ситуацию. У нас огромный практический опыт, мы понимаем, в какую сторону нужно идти. Важно, чтобы процесс принятия решений был инклюзивным, прослеживаемым и прозрачным на основе диалога и привлечения мелкотоварных фермеров на протяжении всего этого процесса. Но, к сожалению, пока этого не происходит. Нас включают лишь символически, а наше мнение учитывается только номинально. Так что не хватает реального участия, реального привлечения к формированию мер политики. Наш голос практически не слышен, поскольку зачастую нам не хватает ресурсов. И особенно в текущих условиях мы переживаем очень сложные времена. Наш главный приоритет – это производство продовольствия. А с точки зрения участия нам, конечно, нужна более широкая поддержка государственных органов. Роман, ну как поможет Декларация Организации Объединенных Наций? Вы знаете, Декларация Организации Объединенных Наций о правах крестьян и других людей, проживающих в сельских районах, это инструмент, который был начат в качестве инициативы из низов. Он отражает знания и навык нашей крестьянской общины по всему миру. И с точки зрения содержания мы предлагаем огромное количество рекомендаций и решений политического толка. Мы должны уходить от нашей фиксации на потребностях торговли и коммерческой выгоды в сторону более социально ориентированной государственной политики. Многие говорили о важной социальной значимости государственной политики, социального элемента которого, к сожалению, пока не хватает. Пришло время, ждать больше нельзя. Кризис COVID-19 показал нам необходимость поставить человека во главу угла, права человека. Подчеркнул социальную важность этой работы. И действительно, необходимо вернуть государственной политике социальный элемент. Thank you.
Рамона, let me in this case. Рамона, если позволите, я хотел бы передать слово Эллен. Хотелось бы услышать голос молодежи, Дорис, например. Как вы считаете, поможет ли это Декларация Организации Объединенных Наций? Будут ли какие-то изменения? Будут ли изменения в государственной политике? Эллен, голос молодежи, скажите нам. Вы знаете, в целом сейчас нам не хватает, ну или, по крайней мере, как мы понимаем, нам не хватает глубины понимания того, что конкретно думает сельская молодежь. Поэтому любые документы, любые инициативы в области политики или мер политики принципиально важны. Но, конечно, они должны основываться на научно-доказательной базе и непосредственных исследованиях. Процесс подготовки декларации идет уже 17 лет. Ничего, конечно, страшного, но с другой стороны, текущие реалии этот документ уже не учитывает. Например, он не учитывает пандемии COVID-19. Так что нам нужно постоянно обновлять доказательную базу, не ограничиваясь только заявлениями. И нужно основывать любые политические документы на научных исследованиях. Дорис, а вы как считаете? Какова ваша точка зрения? Я согласна. Действительно, необходимо увязывать политические декларации с непосредственными действиями. Одно дело сказать, написать, а другое дело реализовать это действие на практике, на полях. А нам пришло время действовать. Я считаю, что это очень важный тезис, который логично подводит меня к вопросу Дани Кенсигулю. Даниар Кенсигуль – это животновод в Казахстане, который уже много лет занимается, уже более 10 лет занимается сельским хозяйством. Даниар, что для вас расширение прав и возможностей фермеров? Что необходимо сделать, если смотреть на ситуацию, что называется, из Казахстана? Вот Дорис правильно сказала. Одно дело сказать или написать на бумаге, а другое дело реализовать непосредственно. Как вы можете это прокомментировать? Спасибо большое. Спасибо за ваш вопрос. Вы знаете, я согласен с этими комментариями. У Казахстана в области делового развития есть огромный потенциал. И вот уже 10 лет финансируются различные мелкотоварные или даже крупнотоварные индустриальные проекты в области агропрома. И наша компания как раз один из таких проектов. Я работал на протяжении нескольких лет в крупной казахской компании, у которой было небольшое ответвление в области сельского хозяйства. В частности, одна фирма занималась крупным животноводством. Правительство выделило ресурсы на поддержку подобных проектов. И это позволило нам не только развивать крупные промышленные фермы, но и помогать мелкотоварным фермерам. Приведу пример. Мы тесно сотрудничаем с мелкими фермерскими хозяйствами. Мы не просто закупаем у них скот. Мы помогаем им программами повышения квалификации, предоставляем социальную поддержку, например, ветеранам, учим их правильно обращаться со скотом. Мы тесно с ними сотрудничаем, даем им справедливую цену и обеспечиваем им выход на рынок сбыта. Другими словами, у нас сложилось взаимовыгодное сотрудничество. Правительство поддерживает не только крупные фермы, но и мелкие хозяйства. А мы, в свою очередь, платим за этот скот достойные, справедливые деньги. Так что в нашем случае слова, сказанные на правительственном уровне, претворяются в дела на местах.
Даниара, считаете ли вы, что инвестиций в сельскохозяйственный сектор выделяется достаточно? Или, может быть, объем инвестиций можно было бы увеличить? В нашей стране инвестиций государственного сектора достаточно. Правительство обеспечивает нас необходимой поддержкой. У нас, к сожалению, кадровых ресурсов недостаточно, земельных ресурсов недостаточно. Но в области животноводческого производства расширяется популярность этого направления среди молодых людей. Но и ситуация осложняется общемировой конъюнктурой. В городах сокращается количество рабочих мест, поэтому многие молодые люди возвращаются домой, в село, помогают своим родителям развивать животноводческий сектор при поддержке правительства. Выдаются субсидируемые кредиты на льготных условиях, и таким образом сельское хозяйство становится более привлекательным для мелкотоварных фермеров. Вы сказали очень интересную вещь. Спасибо вам за это. Хотел бы передать слово представителю Канады. С точки зрения инвестиций и более подробного обсуждения вопросов денежных переводов, в частности, в Центральной Азии. Я знаю, что в Таджикистане значительная часть ВВП составляется именно такими денежными переводами трудовых мигрантов. Я знаю, что ситуация с COVID-19 немножко усугубила ситуацию. Расскажите нам, пожалуйста, что происходит в стране и что нужно сделать для облегчения жизни. Вы знаете, Канат Теликаев, я могу сказать, что трудовые мигранты зачастую инвестируют свои денежные переводы не всегда в индивидуальные активы или в частные активы. Нет, они зачастую увеличивают, примерно треть животноводов увеличивает поголовье. То есть они используют капитал для увеличения производственных активов и наращивают активы на протяжении многих лет. За последние 15 лет сектор вырос на 45%. Но это справедливо, и таким образом фактически замещается доля государственных инвестиций. Например, трудовые мигранты копят деньги, а затем инвестируют их в, например, ирригацию. Это один из положительных эффектов, которые мы видим в Кыргызстане. Это таким образом иллюстрирует тезис, о котором говорила Эллен. В принципе, в Кыргызстане сельское хозяйство недофинансировано. И требуются инвестиции в государственную инфраструктуру, в дороги, школы, больницы, в доступ к интернету. До сих пор эти услуги не вполне доступны сельским жителям, а они ведь необходимы для улучшения качества жизни на селе. А и многие фермеры высказываются в пользу таких проектов. Это расширяет их возможности, в частности, для, например, удаленных курсов онлайн, для повышения квалификации. Особенно с учетом карантинных мер в условиях пандемии, это становится все более актуальным. Люди могут вернуться на школьную скамью, повысить уровень своего образования. Многие сельские жители оказались заперты в своих домах, в селах, но у них должна быть возможность получить доступ к образованию, к методическим пособиям. Все это пойдет им на пользу. Давайте немножко поговорим об инвестициях. Вы сказали, что инвестиции придут, но достаточно ли делает частный сектор или банковский сектор?
целом достаточно ли инвестировать в социальную инфраструктуру для мелких и средних предприятий? Или вы считаете, что можно бы сделать больше? Вы знаете, я считаю, что необходимо расширять доступ к услугам мелкотоварных фермеров. Например, сектору услуг гораздо легче получить доступ к кредиту, а в сельском хозяйстве пока слишком высоки процентные ставки. Должны быть инструменты долгосрочных инвестиций, в частности, в оборудование. Это могло бы очень помочь мелким фермам. И, в свою очередь, создать дополнительные рабочие места на селе для сельской молодежи. Давайте обратимся к ЕБРР. Достаточно ли ЕБРР делает для инвестиций в сельское хозяйство? Хочу обратиться к Надии Петковой, директора отдела помощи средним и малым предприятиям в ЕБРР. Расскажите нам, пожалуйста, как ЕБРР помогает в предоставлении более широких инвестиционных возможностей на селе? Предоставление финансовых решений и ноу-хау – это главная часть нашей инициативы в ЕБРР. Мы предоставляем консультативную помощь, делимся международным опытом, укрепляем потенциал и повышаем шансы на успех. В ЕБРР мы подготовились к новой реальности, и практически все наши консультативные услуги предоставляются онлайн и предоставляются на высоком уровне, даже несмотря на кризис. Наши консультативные команды на местах предоставили более 200 вебинаров и курсов подготовки в качестве антикризисного реагирования. В них приняли участие более 10 тысяч человек. В настоящее время мы обеспечили функционирование целого ряда платформ, объединяющих представителей малого бизнеса и консультантов. Мелкие компании, в частности, молодые предприниматели и женщины, оказались жертвами этого кризиса больше других. У них ограничена возможность получить доступный кредит. В настоящее время сельскохозяйственный бизнес основывается на доступе к поставщикам и на выходе к рынку сбыта. Мы в ЕБРР обеспечиваем укрепление производственно-сбытовых цепочек, даем консультативную помощь и соответствующее фондирование. Мы рассматриваем возможности обеспечения устойчивого финансирования по всей производственно-сбытовой цепочке для мелкотоварных фермеров, включая агропродовольственный бизнес. В 2019 году мы запустили программу поддержки молодежи, предоставляем финансирование и консультации через наши партнерские банки, как молодым предпринимателям, так и более крупным компаниям, которые инвестируют в развитие молодых сотрудников для того, чтобы у молодежи была необходимая среда для процветания. Надя Петкова, директор региональной сети по средним и малым предприятиям из ЕБРР, подчеркнула активность работы ЕБРР по развитию программ для деловой молодежи. А теперь хотела бы обратиться к Наталье. К точке зрения научного сообщества, образовательных учреждений, Елена сказала о необходимости проведения более глубинных исследований ситуации. Мы знаем, что университетское образование в регионе становится все более качественным. Но с вашей точки зрения, если рассмотреть два элемента этой картины, а именно молодежь и инвестиции, что нужно сделать для поддержание этих преобразований за счет углубления исследований? И как только вы ответите на этот вопрос, я подготовила уже следующий. Вы знаете, было приятно услышать от Элены и от Дориса о том, что они используют исследования, результаты различных обследований, в частности, исследование положения молодых фермеров,
и я обязательно найду эти исследования, соответствующие статьи, и ознакомлюсь с ними, но расскажу о ситуации на Балканах. У нас недостаточно доказательной базы относительно отношения молодежи к проблеме, ожиданий молодежи и в целом понимания ситуации с точки зрения сельских жителей. Поэтому одна из рекомендаций нашего исследования было углубление исследований государственных проектов, анализирующих поведенческий аспект и экономическое поведение сельской молодежи и фермеров. Мы все время думаем смотрим на ситуацию с точки зрения директивных органов, как ведет себя, например, руководство Европейского Союза, сравниваем различные бюджеты, меры, пороги, суммы на очень высоком уровне. Но я убеждена, что нужно посмотреть на ситуацию с точки зрения простых людей. В частности, должны публиковаться документы, исследующие положение в нашем регионе. И эта информация должна затем поступать директивным органам, чтобы они могли более обоснованно принимать решения, удовлетворяя нужды и чаяния молодежи. Это Министерство научной работы и исследовательские круги имеют свою повестку дня, свои задачи. Я тоже представляю академические круги. И наша работа не оценивается с точки зрения результативности использования наших выводов. Мне кажется, этого элемента практического осуществления нам не хватает. Почему его не хватает? Потому что у нас недостаточно финансирования, у нас недостаточно потенциала для проведения действительно научных исследований с хорошей методической базой и затем концептуализации этих полевых обследований для оценки их результатов. Поэтому я поддерживаю комментарии Эллен относительно необходимости представления такой доказательной базы директивным органам. Да, вот вы упомянули о деньгах. Вы сказали, что нет денег на такие исследования, но ведь молодежь, которая посещает университеты, те молодые фермеры, которые учатся в университетах, они же есть. Как объединить научное сообщество и учащуюся молодежь? Вы знаете, элементов здесь два. Я не знаю, как обстоят дела в Европе. Может быть, ситуация отличается от того, с чем мы сталкиваемся в Кыргызстане. Но у нас в целом на селе люди гораздо менее образованные. Я общался с фермерами. И многие рекомендации, которые мы, ученые, для них готовим, воспринимаются как слишком сложные. Им нужны более практические, непосредственные рекомендации, которые должны быть представлены в более удобоваримом виде, максимально простом, максимально понятном. Фермера волнует одно, что конкретно нужно делать. Поэтому рекомендации наши должны быть максимально практическими. То есть это должны быть не просто какие-то масштабные или далеко идущие идеи, это должны быть непосредственные решения, решения, реализуемые в повседневной жизни. Например, можно сказать, в данном регионе можно применять нулевую обработку земли. И затем мы должны объяснять, что такое метод нулевой обработки, как он осуществляется. То есть мы должны не просто генерировать знания, мы должны его популяризировать, чтобы оно было понято фермерами. Да, вы сказали, что есть такие фундаментальные исследования, а вот с прикладными у нас проблема. И отсутствуют консультативные услуги, доносящие результаты этих исследований до простых фермеров. Уважаемые коллеги, хотелось бы после обсуждения всех вопросов и проблем перейти к глобальному плану действий десятилетия ООН
десятилетия семейных фермерских хозяйств. Я считаю, что цели этого плана действий действительно могут помочь сельской молодежи. Я знаю, что Рамона была среди авторов, участвовавших в подготовке этого плана действий, в частности, в качестве представителя Навия Кампесина. Что вы считаете, может послужить импульсом развития сельских районов? Вы знаете, я считаю, что в частности десятилетие семейных фермерских хозяйств ООН и декларация по правам крестьян, декларация прав коренных народов ООН дают нам уникальную возможность изменить курс государственной политики в области продовольствия и сельского хозяйства. Исторически мы сталкивались с дискриминацией в отношении мелкотоварных фермеров. И эта проблема до сих пор адекватно не решена. В условиях кризиса COVID-19 проблема лишь усугубляется. Нарушаются права человека. И хотелось бы, чтобы у молодежи было больше понимания того, что происходит, чтобы они активнее участвовали в дискуссии. У нас должны быть инструменты передачи того опыта, который накоплен на местах, на политический уровень, чтобы меры политики были прочно укоренены в реальной жизни. И я думаю, что пришло время говорить о правах человека в области мер государственной политики, поскольку кризис повернулся к нам своей непривлекательной стороной. Мы слишком много говорили о необходимости удовлетворения потребностей торговли и забыли о людях. И фактически мелкие семейные фермы остались далеко позади, на обочине развития. Мы должны к ним вернуться, мы должны взглянуть им в глаза, мы должны предоставить им инвестиции, и инвестиции эти должны быть ответственными. Исторически так сложилось, что такие финансовые игроки, как в частности банки, Европейский банк реконструкции и развития, внесли очень негативный элемент в процесс развития. Они поддерживали инвестиции безответственно, разрушая местные рынки, особенно в Восточной Европе. Необходимо приоритизировать инвестиции на основании критериев их эффективности, укрепления местных рынков, чтобы мы не отнимали у молодежи возможности будущего развития и не подрывали права человека. Важно, чтобы у молодежи была возможность получать доступ к этим инвестициям, чтобы у них никто не отнимал землю, не отнимал их ресурсы, не лишал их будущего. Мы объединяемся с такими партнерами, как FAO, например, на принципах открытости, взаимопонимания, и готовы со своей стороны внести немалый вклад в эту работу. Необходимо, чтобы государственные органы власти были более открыты нашей точки зрения. И если мы выявляем какие-то пробелы в политике, то мы должны эти пробелы закрывать. Недостаточно привлекать молодежь лишь каким-то пилотным проектом один или два раза за всю их жизнь. Необходимо, чтобы работа эта была действительно систематической и всеохватной. Хочу обратиться к Бесику. И Рамона ведь тоже фермер. И поэтому она говорит, исходя из собственного опыта. Всем нам необходимы действия. Документ, который мы обсуждаем, называется «Глобальный план действий». С вашей точки зрения, достаточно ли он практически ориентирован? Содержит ли он достаточный призыв к действию? Эллен, Дорис, Бейсик, ответьте, пожалуйста. Вы знаете, инициатива это, конечно, хорошая, но все упирается в осуществление. Хочу поблагодарить Рамону за смелость в сказанных словах. Всего лишь 13% молодежи считают, что у их общин есть будущее. Это означает, что молодежь не участвует в обсуждении собственного будущего и собственной жизни. А ведь их нельзя исключать из
процесса обсуждения того, как будет выглядеть их жизнь. Это справедливо не только для сельских районов, это актуально при обсуждении будущего вообще. Но в сельских районах ситуация обстоит особенно остро, поскольку сельские районы находятся далеко, и молодежи физически трудно принимать решения и принимать участие в процессе принятия решений. Мы объединились с католической организацией молодежи в сельском хозяйстве и приняли манифест перед европейскими выборами в 2019 году. В этом манифесте сказано о необходимости объединения неправительственных организаций на местном, национальном и международном уровне для облегчения международного сотрудничества. Рамона очень справедливо сказала. Именно это позволит укрепить потенциал молодежи в сельских районах. И, конечно, необходимо углубление исследований, статистических исследований для того, чтобы оценивать влияние конкретных политических мер на местах. Рамона, я поддерживаю все сказанное Рамоной. Нам необходимо привлекать молодежь и представителей фермерских хозяйств в процессе принятия решений, чтобы никого не оставить позади. И когда я говорю «мы», я имею в виду все «мы». Сельские районы не бесправны. У нас есть мощнейший потенциал создать такую жизнь, о которой мы все мечтаем. Бейзик, как вы считаете, сможет ли глобальный план действий нам помочь? Вы говорили в самом начале нашего семинара о том, что Грузия – это очень перспективное место для ведения сельского хозяйства. С вашей точки зрения, необходим ли этот глобальный план действий и чем он может помочь? Я бы рекомендовала повышать уровень образования молодых фермеров, расширять их доказательную базу, обеспечивать широкий доступ к информации, чтобы молодежь работала не просто не покладая рук, но работала оптимизированно. И вы считаете, что декларация это поможет сделать? Может быть, нам нужно подготовить декларацию относительно развития молодежи и школьников, например, каждую пятницу приглашать школьников и студентов в сельские районы и знакомить их с сельской жизнью, тогда они будут понимать, к чему стремиться. Уважаемые коллеги, время наше подошло к концу. Сегодня прозвучал целый ряд очень интересных тезисов. Состоялась плодотворная дискуссия. Благодарю всех за ваши комментарии. И я уверен, нашим государствам-членам есть над чем поразмыслить. Хотел бы напомнить вам, что наша с вами дискуссия откроет прения государств-членов и наблюдателей на региональной конференции. И я думаю, что Рамона как раз будет принимать участие в этой дискуссии, представляя неправительственные организации. В любом случае, все мы понимаем, что поддержка мелкотоварных и семейных фермерских хозяйств – это приоритетное направление для развития сельского хозяйства в регионе, и ФАО будет продолжать реализовывать инициативы в этом направлении. Я уверен, что наши идеи будут учтены в процессе принятия решений. На основании состоявшегося обмена мнениями, я убежден, что региональная конференция примет необходимые рекомендации и шаги с привлечением частного сектора и гражданского общества для их осуществления. Так что работа наша будет продолжаться. Большое спасибо.